состояние нуждается в том, чтобы моторная память помогала им запоминать. То есть, когда они пишут какие-то записки, да, запоминается лучше. Вот я к таким людям отношусь, а мне надо пописать, да. Вот, от руки причем, да, не на компьютере. Да, именно от руки, да, да, чтобы рука ходила. Я даже наблюдала бы при этом свой почерк, чтобы он был так получше. Вот, и тогда я запоминаю что-то лучше. Но есть память вкусовая, да, ведь мы же вкусы, да, память обонятельная очень важная. Потому что, да, иногда вот секунда, и ты что-то понюхал, и вдруг тебя перенесло в совершенно другой мир. И такой термин регрессия, возрастная регрессия, да. Вот можно попасть в эту другую часть своей жизни, совершенно не прилагая к этому никаких усилий. Память, например, обонятельная, сделает это за нас прямо в течение нескольких секунд. Как машина времени, правда? Да. Я знаю такие вещи, которые меня уносили в детство, и я никак не могла понять, что это, что это. Вот что-то вошло и находило какую-то травку или какое-то вот растение или бытовой запах, который был похож на старый дом детства, да, вот. Но это такая очень ценная память, правда же, она такой ресурс может быть. Конечно, забрать, да, это вот именно ресурс. Знаете, я иногда даже прибегаю к такому упражнению, занимаюсь стилем, я работаю с самыми разными людьми, и в том числе задача там. Говорим, конечно, о телесном уложении, образа, стиле такой. И я говорю, знаете, вот память и связь с собой, с молодой, с такой, ну, сейчас модное слово ресурсное, когда ты в кураже, это очень важная штука. Нужно у себя же взять эту энергию, войти в это состояние, и это очень сильно работает.